Здравствуйте, меня зовут Миронов Павел. Уже более 3 лет я работаю на предприятии содержания городских территорий. Мы регулярно проводим уборочные работы на наших дорогах. Для того, чтобы сделать качественную свою работу, наша техника движется медленно. За ней двигается трактор прикрытия с прицепом, на котором установлен специальный щит со знаками для привлечения внимания автолюбителей. Уважаемые водители, мы понимаем, что иногда доставляем вам дискомфорт. Но мы все хотим ездить по чистым дорогам. Поэтому давайте соблюдать скоростной режим и правила дорожного уважения.